Switch. Электровелосипед, если сравнивать его с обычным, имеет довольно большое количество преимуществ. Он позволяет ездить быстрее и прилагать меньше сил. Велосипед на электрическом приводе является полноценным транспортом, который легко заменит автобус и автомобиль. Проблема только одна. Мало какой велосипедист пожелает добровольно расстаться со своим старым любимым байком. Да и электрическая модель может стоить недешево. Выход, впрочем, есть. И вы видите его прямо сейчас на своих экранах. Switch — это комплект из маленьких легких устройств, способных любой обычный велосипед превратить в электрический. Производитель заявляет, что Switch — самый компактный из подобных девайсов в мире. Весь набор добавляет велосипеду не более 1,5 килограмма веса. Установка практически не занимает времени. Ну а после нее велосипед самостоятельно разгоняется до 32 км в час. Также он способен двигаться под уклоном в 20 градусов без ассистирования и под уклоном 30 градусов уже с помощью райдера. Производитель предлагает три вариации устройства с запасом хода 35, 50 и 100 км. Их цена 800, 1000 и 1300 долларов соответственно. Zi-Lock. Кража транспортного средства — это неприятность, с которой сталкивается слишком большое количество велосипедистов. Если взглянуть на статистику, то оказывается, что приблизительно 40% украденных байков были зафиксированы на месте замком. Получается, злоумышленников они не останавливают, поэтому пришло время заменить традиционные замки на что-то новое. Например, на вот такой девайс, получивший название Zi-Lock. Производитель заявляет, что это первый замок для велосипеда, который имеет складную конструкцию и встроенный сканер отпечатков пальцев. Устройство представляет собой 98 сантиметров закаленного, устойчивого к любым воздействиям материала. Он обеспечивает высокую износостойкость и банально экономит время, ведь не нужно каждый раз рыться в карманах в поисках ключа. Помимо отпечатка пальца, замок можно разблокировать при помощи смартфона или традиционно ключом. А еще, если кто-то попытается украсть велосипед, владелец получит на телефон уведомление. Благодаря уникальной конструкции Zi-Lock подойдет для защиты любого велосипеда, даже электрического. Цена замка — 362 доллара. Хейз. Навигация в большом городе, когда ты едешь на велосипеде, задача не из легких. Она сопряжена с большим количеством неудобств. Хейз — навигатор, который подойдет абсолютно всем, вне зависимости от стиля езды. Устройство может показывать наикратчайший путь и рассказывать, когда и куда лучше повернуть. Однако пользоваться навигатором всегда не обязательно, ведь режим компаса гораздо интереснее. Синий индикатор показывает местоположение пункта назначения. Зеленый индикатор показывает, сколько осталось ехать. Чем чаще он мигает, тем точка назначения ближе. Таким образом, велосипедист не привязан к одному единственному маршруту. Он волен самостоятельно выбирать, по какой дороге ехать, при этом всегда зная, в каком направлении нужно двигаться. Диаметр устройства всего 42,5 мм, вес 35 грамм, а толщина 10 мм. Крепление на велосипед занимает не больше 5 секунд. Цена около 60 долларов. RubyX. А вот другое устройство, также созданное специально для того, чтобы преображать велосипеды. RubyX всего за несколько секунд превратит обычный байк в электрический. Производитель заявляет, что компании удалось добиться самой простой и быстрой установки в мире. Секрет кроется в запатентованной технологии крепления. RubyX, помимо внутренней электроники, оснащен аккумулятором и мотором. Последний в буквальном смысле касается заднего колеса. Беспроводной сенсор отслеживает темп вращения педалей и автоматически подстраивает электронику под него.
Все эти особенности наделяют велосипед мощностью, обеспечивают повышенную комфортность езды. Ruby X может быть снабжен тремя модульными батареями. В зависимости от них изменяется максимальная скорость езды – от 25 км в час до 32 км в час. Варьируется запас хода, он может составлять как 16 км, так и 48. Время зарядки довольно быстрое и не превышает 4 часов, даже при условии зарядки сразу трех батарей. Обойдется такая покупка в $330. Beam и Icon 2. Следующие два изобретения были созданы специалистами британской компании SeaSense. Это технологичные и умные съемные фонари, способные сделать поездку намного более безопасной. Beam — это полноценная фара для освещения дороги перед велосипедом. Устройство отслеживает движение велосипеда и окружающую обстановку. На основе полученной информации интеллектуальная система регулирует освещение. Так Beam начинает интенсивно пульсировать на опасных участках, вроде перекрестков. Если дорога хорошо освещена, фонарь уходит в режим экономии батареи. Если же вокруг стало темно, Beam освещает дорогу. Система замечает даже автомобили, едущие навстречу, и оперативно реагирует, чтобы не слепить встречного водителя. Его цена — $100. Icon 2 — это в первую очередь фонарь, увеличивающий заметность велосипеда на дороге. Комплект состоит из двух модулей — переднего и заднего. Мощный светодиод делает велосипедиста видимым на расстоянии до 3 км. Другой тип светильников создает широкий луч света, обеспечивающий обзор в 270 градусов. На опасных участках дороги Icon 2 также начинает мигать ярче и интенсивнее. Стоимость Icon 2 — $170. CityLock. Современный рынок предлагает огромное количество разновидностей замков для велосипеда. Всех их, тем не менее, объединяет один недостаток. Нужно найти место, куда положить их во время езды. Ну или хотя бы просто не забыть дома, что иногда случается. CityLock — это замок, который гарантированно никто и никогда не оставит дома. Все потому, что в моменты езды он выполняет функцию седла. Несмотря на кажущуюся сложность, конструкция отличается простотой. Трансформация и крепление замка на байке не занимают больше 10 секунд. Внутри сиденья спрятана особая цепь, она разбирается до длины в целый метр. Этого достаточно, чтобы прикрепить велосипед к столбу или ограждению. Примечательно, что такая многофункциональность не уменьшает комфорт при езде. Седло такое же удобное, как и любое другое. Обойдется устройство в $85. Велокер. Многие люди мечтают пересесть с автомобиля на велосипед. Однако чаще всего их останавливает самое простое препятствие. У велосипеда нет полноценного грузового отделения, куда можно было бы положить пакет с покупками или тяжелый рюкзак. Велокер — это устройство для велосипеда, созданное для значительного увеличения его функционала. Оно представляет собой корзинку, которая позаботится о сохранности любых вещей, какие бы ни были взяты в дорогу. В качестве материала был выбран прочный алюминий, так что корзинка предоставляет оптимальный уровень защиты. Универсальная конструкция позволяет установить ее на любой велосипед. Велокер делает велосипед идеальным видом транспорта практически для любого человека. В корзину можно положить продукты питания, учебные принадлежности, инструменты. Внутрь уместятся даже небольшие собаки. Велокер имеет небольшой вес и отличается быстрой установкой. Цена — $220. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!